Здравствуйте, оранжево-черные. Мы, как всегда, находимся на олимпийской базе «Святошин», где тренируется «Шахтер». Команда проводит сессию не в полном составе, поскольку сборники улетели в расположение своих национальных команд. Остальные горняки размялись в фитнес-зале, а затем на поле отработали упражнения с мячами. Алексей, скажите, нравится ли вам тренироваться, когда сборники в разъезде? Ну, честно говоря, не сильно. Когда сборник – это самые сильные футболисты команды, и конкуренция интересна очень. Но, может быть, после тренировки достается больше вкуснятин. Любите такие моменты? Да нет, я равнодушно к этому отношусь, так что нормально все. А скучаете по сборникам? Конечно, это друзья, наша семья. Конечно, без них скучно в раздевалке. Как вы себя чувствуете? Вы уже восстановлены, уже на матче летаете. Как ваше самочувствие? Спасибо, уже лучше гораздо. Но все равно еще закачиваю индивидуально, там дорабатываю. Ждем скорее на поле. И можете подвести итоги первой части чемпионата Украины? Ну, борьба достаточно сложная. Видите, сейчас и вчера Арсенал там взял Ворск в очки. Ну, интересный чемпионат начинается. Я думаю, сейчас начнется самое интересное еще впереди. Спасибо. Как обычно. Спасибо. Подписывайтесь на канал «Шахтеров» в YouTube, ставьте колокольчики и болейте только за оранжево-черных. А с вами была Дарья Ракицкая. Всем побед!